В Сочи из-за продолжительных ливней на дорогу в Хостинском районе сошел сель. Пострадавших нет, однако движение транспорта на этом участке затруднено. Селевые потоки с камнями и деревьями сошли в районе санатория «Зеленая роща» на улице Курортный проспект. На месте ЧП работают все службы города, организовано реверсивное движение, сообщает ЧП Сочи. Кроме того, 23 марта на участке федеральной трассы Джубга-Соча, где из-за оползня частично обрушилась дорога, Oh, my God.